Всі, хто уважно слідкує за ситуацією щодо повернення незаконно відчужених Держгеокадастром земель у Липковатівського аграрного коледжу Новобудоласького району Харківської області на користь фермера Вадима Носовського, мабуть, пам'ятають минулорічне засідання Красноградського суду. Всім іншим, нагадаю, програвши всі суди, включаючи Верховний, який уклав вердикт про повернення навчальному закладу всіх його вкрадених земель, фермерські посіпаки-адвокати, щоб перешкодити агроколеджу користуватись землею, замислили карколамну схему. Начебто якась фірма позичила Носовському чималеньку суму грошей, а він для її повернення просить суд надати йому можливість скористатися цими державними гектарами для одержання прибутку, щоб повернути борг, а тим часом арештувати навчальний земельний наділ. Так от, в Краснограді у шахраїв не прокотило. І тепер нова фірма начебто позивається до фермера Носовського про повернення чергового міфічного боргу, тепер вже до обласного господарського суду. Прокоментувати ситуацію просимо адвоката Липковатівського агроколеджу Юрія Мокроусова. Сьогодні состоялось очередное заседание по делу Липковатівського аграрного коледжу, которому, к сожалению, как мы узнали, он имеет отношение только на основании ознакомления с сайтом судебной власти, где было обозначено участие в деле в хозяйственном суде Харьковской области двух коммерческих структур. Как это уже стало такой, к сожалению, негативной традицией, которые пытаются в ходе своего спора незаконно, но мы, по моему мнению, осуществить вмешательство в деятельность Липковатовского аграрного колледжа путем запрета распоряжения земельными участками государственной собственности, которые закреплены за данным учебным заведением. В этот момент, именно на сегодняшний день, нас заучили в якости третьей особы, цитируя ухвалу суду, определение суда Харьковской области хозяйственного. Что будет дальше, мы будем понимать уже после следующего заседания. Поэтому пока комментарии какие-либо о сути данного спора и о последствиях нашего приобщения к слушанию данного дела являются преждевременными. Мы ознакомимся с материалами дела и, соответственно, будем надеяться с законным решением суда по данному случаю.